have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, и мы с вами Фиренхангер. Ух, поначитался я немножечко, девочка слегка голодна, девочке должно быть пофиг. Ладно, она пока что не знает моих планов. Да, ребят, очень много поначитал, огромнейшее спасибо за инфу. Я понял насчет броньки, что здесь нужно было позажигать все, что можно было. Броньку я тут уже просрал, с другой стороны, ну как бы я не думаю, что я бы носил бы броньку с постоянным кровотечением. А с третьей стороны, ну, это была бы бронька с, с постоянным кровотечением, в то время как я уже надел проклятое кольцо. Спасибо, что... О, кусок... Я эти ящики не обыскивал, фига себе. Капкан, круто. Спасибо, что сказали про... Упс, не туда. Вот. Груда мяса. А как я это не обыскивал? А, да-да-да, тут туалет. С гидрой я говорить, наверное, не буду. Черт его. Так, ладно. По тому, что вы мне написали. Во-первых, я сейчас пойду... я не помню, это, по-моему, здесь. Давайте я схожу сюда. Это все-таки в другую сторону, да? Чтобы дверь с антимагией открыть. Там нужен был специальный или символ, или антимагия. Это все-таки вниз через первую крепость. Я вот это я подзабыл. Туда я сейчас схожу, вы правы. У меня есть антимагия, я могу туда пройти. Во-вторых... Ой, насчет пушек, ладно, ребят, насчет миазмы, она у меня была в одном из прохождений, насчет копья, которое добывается с помощью рук, она у меня была в одном или, по-моему, даже в двух прохождениях. Так, минуточку, как мне... Вот, есть умение самоубийца. Так, антимагия, а почему... Мне как-то... А, вот так могу, окей. Выкипите его. Увенчалось успехом, супер. Пойдемте посмотрим, пойдемте пощупаем. Я не помню, тут есть колючие досточки или нет. Так, хек с ним. Использовать, наложить проклятие. Да, мне души нужны. Так, давайте используем. Взлом. Это... Так, у меня есть рывок. Из рывка у меня есть взлом. Некромантия. Феромоны, шоп... Как оно двигается? Извините, пожалуйста. Я вот это хочу посмотреть. Забейте. Так, подвижная стойка. У меня есть антимагия прокачана. Вот я вниз там... Ладно. Высшая магия крови. Стая ворон — это то, чем на меня вороненок, кстати, использует. Так, власть над насекомыми. Она мне пока что дала только шепоты. Интересно, что я могу еще получить с помощью власти над насекомыми. Это нужно будет... Пауки же, они вряд ли входят в насекомые. Это шарахны. Рой насекомых, игольчатые черви, багряный портал. Короче, в любом случае... У нас пока что нету душ, чтобы это все качать. Что самое интересное, вы мне рассказали про... Спасибо. Те, кто мне это все рассказывал, вы точно знаете, что я разговаривал с вами, поэтому я не буду называть имен. Однако же, вот то, что вы мне рассказали про меч, который типа имбовый, который дает эти... 100-500 урона. Кстати, а собачки? Собачкам можно палку кинуть. Да, это я помню, вы писали. Давайте это к дереву. Я даже не знаю, зачем мне к дереву идти. Там вот эти твари, которые... А куда я хочу идти? Подождите. Ладно, давайте я все-таки схожу в подземелье, попробую там пооткрывать немножечко. Да, сейчас за мной будет гоняться ворон. Мне Кахару надо вернуть, как минимум. Вот, и мне бы еще красный флакон. Без красного флакона с вороном драться практически бесполезно. Да, про Исаю и про железную маску сказали. Спасибо, это я увидел. Насчет меча и призрака самурая, там этот... я его встречал.
По-моему, как раз в прошлом прохождении, и у меня было проклятое оружие. Одна миазма, которая убивает, а второе было проклятое оружие. И я тогда, по-моему, убил этого самурая. Он мне тогда еще сказал, типа, благодарю, там, то-то, сё-то. В общем, ты мне помог, ты меня спас, ты мне там то-то, сё-то. Хочу я, не хочу, ничего, наверное, не хочу. Нет, ничего не хочу. Девочку можно отдать сразу. Но девочку также можно использовать как живой щит в борьбе с вороном, чтобы она кидалась всякой фигней. Ой, иди сюда, придурок. Нормально. Она пока что затаскивает так вот по мелочи. Но могу ее сразу... Сейчас посмотрим, что... Блин, вы писали, что пакет предлагает? Репу. Репу. Ух ты ж, иди сюда. Иди сюда, мелкий. Блин, почему я постоянно путаю эти кнопки? Хватает. Впритык, но хватает. Хорошо. Ящики синие травы. Ой, это круто, кстати. Именно вот этот момент почему-то страшный меня каждый раз пугает. Так, как только я зайду, я верну себе Кахару, но за мной начнет гоняться ворона. Так, у меня есть капкан. Кстати, там же доспехи рыцаря будут ходить, да? Да, их надо будет избежать. Ладно, Pocket Cat, привет, незнакомец. Как ты себя чувствуешь... Что у них такое? Надо было у девочки забрать-то все. Ну, новое испытание. Жизнь не испытание, жизнь интересна. Неправда, жизнь интересна, если ты интересен. Ты мне уже нравишься. Я знаю, что мы только встретились. Я уже чувствую, как образовывается связь между нами. Кстати, Pocket Cat... Девочку, я помню, с ней в Махабре случается фигня. Ее могут украсть в стене. Девочку много кто хочет. И, кстати, да, это как раз было первое прохождение, когда у нас была концовка с девочкой, но его нафиг, я больше с ней не хочу играть. Если я спрошу напрямую, всех живых людей можно разделить на две группы. Так, есть два типа тех, кто предназначен ходить свет, по солнцу люди, хорошо, да-да-да-да-да. Даже самый темный час не чувствует тепло любимой. Слабеет от голода, отлично. Таких людей интересует жизнь, частенько при горе и печали. Но они приспосабливаются жить с этим. Более того, они начинают любить извечную тьму в своей душе. Такие люди могут черпать силу во тьме. Они... Почему я все читаю? Потому что я разговаривал с ним очень давно, еще аж в первом прохождении, я чуть подзабыл. Я тьма. Все вы такие. Так я и думал. Рад, что услышал от тебя честный ответ. Скажи, может ли быть, что, что ты любишь меня... Блин, чувак, ты кот. Нет. Нет, я котов люблю. Даже если их больно слышать. Я говорю так сейчас, но позже наверняка почувствую, это действительно ужасно. Тебе не стоит беспокоиться об этом, правда. Со временем я полюблю это чувство, чувство отверженности. В любом случае, я своего рода торговец. Продаю изысканные вещи, оружие тем, кто... Понял. Так, ребят, извините, пришлось немножко прерваться. Я заново переиграл этот момент. Я еще не ходил, не открывал дверь. Но на самом деле это... неважно, потому что у нас все равно не было камушков, и у нас есть антимагия, так что дверь мы можем открыть в любом случае этих гавриков. Я убил заново. Смотрите, что я вам хотел сказать. Меня сейчас немножечко напрягает то, что у меня нет красного флакона. И смотрите, в чем прикол. Если будет такой момент, что мне придется драться с вороном без маски, без красного флакона... Короче, о чем я это и как я это? Возможно, такая штука, что я немножечко... Возможно, я об этом не уверен, в этом вообще не уверен, но, возможно, мне опять придется переиграть, там, не знаю, один или два раза, поскольку это все равно еще начальный этап. Скажем так, если я буду переигрывать до какого-то или от какого-то места, я вам обязательно об этом скажу. Просто я вам пока что высказываю свои опасения. Ладно, поехали. Не нужно твое золото и серебро, меняй вещи на детей, приведи их ко мне и не пожалеешь потраченного времени. Видишь ли, мои карманы очень глубоки. Да. Ой, приветик, малютка. Какое у тебя красивое смазливое личико. Особенно мне нравятся твои бедра и щиколотки.
Я на этот раз снял с нее все, что только можно было снять, и нефиг вещи переводить. Похоже, она боится. Как насчет предложения, от которого не сможешь отказаться? Только для тебя, мой любезный покупатель, меня, маленькую девочку, на вещь, которую ты сам выберешь. Так. Клеймора. Я так понимаю, это не мина, это меч, да? Я бы на самом деле... Блин, а что мне взять-то? Я сейчас что-то возьму. Я уверен, что вы мне скажете в комментах, что я ступил, надо было сделать по-другому, но я сейчас... Так, просветление... На самом деле, я бы, наверное, взял бы Некрономикон, что ли. Хотя мне все три книги интересны. Но поскольку мы играем за Некроманта... К тому же у меня есть сохранение, совсем недалеко. Давайте вот так вот сделаем. Превосходно. Ты обмениваешь маленькую девочку на старинную книгу. Забирай, чувак, приятного аппетита. Что-то он там в кармане делает. Погодите. Так. Пардоньте. Так, книги. Старинная книга. Ты колебаешься перед тем, как втащить книгу из своей сумки. Втащить тебя одолевает неумеемное желание открыть книгу. Но в то же время ты чувствуешь, что последствия могут быть ужасны. Прочесть книгу. О-хо-хо, это Джоджо! Ну, типа того. Оказывается, это та самая книга, о которой ходило столько много легенд. У нее много имен, обряды, безумия, Аль-Азиф, Завет Грегорота, Экс-Мортис и Некрономикон. Нет. У меня не было счастливой монетки, да? Я shift нажимал. Книга взывает к силам за гранью твоего понимания. Перед этой древней силой ты более чем жалкая букашка, Грогород. Благословляю тебя новой магией крови, ты выучил раны. Поздны. После прочтения книга стремительно рассыпается в пыли прямо на твоих глазах. Я выучил раны. А. Девочку бьет дрожь. Девочку сейчас будет бить Pocket Cat. Так. Перейти не знакомиться, но наслаждаюсь маленькой сделкой и действительно наслаждаюсь. Поверь. Если найдешь еще детей, я бы хотел предложить, если дела с тобой идет. А тут можно найти еще детей? Если мои карманы действительно глубоки. Как кроличья нора? Хорошо. Пойдем за Кахарой. За Кахара. Ой, иди ты к черту. Как это место обрушилось? Ты можешь... Нет, пока что подожди. Человек на коленях. Кажется, человек исходит не... непосредственной опасности или агрессии. Твое присутствие остается незамеченным. Подожди, пока человек уйдет. Я... Вот этот момент... Нет, я помню, что что-то такое было, но я не помню, что за человек. Я могу? Исчезает во тьме, его эхо шагов звучит вдали, прежде чем окончательно окануть в разряженный влажный воздух. Так. Ну, поехали. Две морковки. Вы знаете, куда их можете запихать? Взять факел? Ой, их так можно собирать точно. Здрасте. Сыр. Синие травы, что круто. Меня не устраивает, что я тут остался в... Епрысота, я помню, 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 это помню. Помню. А, так. Гнилое мясо. Приятного аппетита. Нам бы, кстати, тоже... Проявить любовь? С кем? Так. Мясной пирожочек. По-моему, зря я это использовал. Пилу. Пилу. Талисман. О!
изучить. Доспех что-то... Похоже, под доспехами что-то есть. Здесь лежат старые доспехи. Атаковать старые доспехи? Блин, зря я вдвоем-то ввязался в это все. Минуточку. Умение. Антимагия. Данный доспех кажется оживлен чем-то вроде заклинания, но ваша антимагия не кажется достаточно сильной, чтобы свести на нет эти чары. Спасибо. До свидания, безлунница. Теряет лапу, она стекает кровью. Я пока не собью все доспехи, я не смогу его ударить. Ай. Потерял руку, он стекает кровью, деревянный баклер. Вообще. Нет! Короче, это было зря, да? Пока. Терпит поражение. Ясно, понятно, спасибо. Продолжить. Мы вернемся после рекламы. Не будет никакой рекламы, у нас нет рекламы. Ладно, ребят, начнем с этого момента. Я решил пока что не продавать девочку, как минимум потому, что она может... Да-да-да. Чем-то кидаться, чем-то швыряться. Это я заберу. И... В принципе... Человека вот так подождать, пока человек уйдет. Я бы, может быть, успел бы убить доспехи, если бы у меня была бы девочка с собой с кинжалом-то. Так, исчез во тьме. Две морковки. Тут две морковки, кстати, так и остались. Все, все везде... Нет! Я не то нажать. К доспехам можно пройти, пойдя в эту сторону. Грязь. Отлично. Под ногтями. Пила. Железная стрела. А, это автоматически вызывает призрака. Умение... Бежать. Атака... изучить. О, безлуница лучше сражается вроде как. Атаковать. Попробуем успеть. Погоди. Я тогда применил антимагию. Раз. Два. Да, она успевает. Ай, блин, почему по мне-то? Больно же, тварь. Минус деревянный баклер, отлично. Раз. Да. Да больно же, тварь. Почему ты именно по нему бьёшь? Ай, она еще и промазала. В бой вступает призрак. По-моему, если убить вот эту вот тушку... Да ну нафиг. Если на него не нападать пока что. Погодите, есть идея. Идея заключается вот в чем. Давайте попробуем пройти через дерево. Да, могу. Здоровый флакон у меня только один. В чем проблема-то? Нет, я успел! Я успел, я успел! Блин, я их боюсь. Так, минуточку. Умение бежать, поговорить, антим. Поговорить это. Не, погоди, что палку кинуть, это поговорить? Блин. Ну классно. Ну вообще офигенно. Хорошо, делаем по-другому.
Чисто для интереса. Я не помню, что здесь. Давайте посмотрим. Это проход куда-то. О, это проход сразу к Кахаре. Вроде он там. Были обчищены. А, это... Вон он, да. Ой, эй, я рад видеть тебя живым. Я волновал. Да-да-да. Тоже рад тебя видеть, тварь. Дай флакон. Ха, да, я уж точно не хочу остаться одиночью. Вот. Будьте уверены, буду держаться с вами. Отлично, теперь мы фулл пати. Нет, я не это хочу. Я хочу... вот, экипировка. Отдай вот это. На, вон тебе набедренную... Извиняюсь, повязку, ребят. Так, теперь ты. Оптимизировать. И ты... Оптимизировать. Тесачок получше будет. Деревянный баклер, кожаный доспех, странная кукла. Куклу, кстати, да, можно бы, наверное, девушке отдать. Взрывной флакон еще один нашли. Отлично. Так, камушки. Черт. Я не хотел с ним драться. Умение. Так, а что я могу с тобой сделать? Антимагию на тебя кастануть? Я тут даже самоубиться не могу. Так, хорошо. Давай, наверное, вот так. Нет, погоди. Предмет, что я могу в него кинуть? Камень, флакон. Несметательный, кстати, нож и дротики, но они по одному. Кусок ткани могу. Перерезать серьезно. Ага. Угу. Желтый флакон, белый флакон, взрывной. Ага. Умений-то у меня, кстати, на ней никаких. Не, погоди, это я жрецом буду. Ладно, девочка пусть атакует. Блин, там же еще и хвост есть. Кахара. Попробуй ему руку отрубить. Отлично. Тварь отравил меня. Жрец побеждает, но какой ценой? Так, во-первых, где у нас там мясной пирог? Синий, белый флакон это антидот. Обыскать. Кольцо духов. Освежевать. Да, 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 у них шкура толстая, это я помню. Так, теперь мне нужно, где у меня там смесь трав-то была? Синий-красный. Неплохо. Неплохо. Он меня отравил и ударил, но, в принципе, пойдет. Назад? Я что-то не уверен, что я назад хочу. Хотя теперь у нас фулл пати. У меня все еще нет красного флакона, что печаль. Так. Давайте попробуем просто выломать, если получится. Я не хочу ключ на это тратить. Слегка голодна. А это случайно не то, что мне кажется. Тело было разрезано несколько кусков, судя по отметинам, конечности заготовили как пищу в его... Голова застряла лезвие. Вытащить. Акульи зубы. Помню, помню, помню. Так, кастрюля. Это здорово. Бочка, книжка, какие-то писания. Еще дошло. Прости нас, Альмер. Блин, оно здесь. Оно здесь. Это фигово. Это разве не тут? О, скелет! Некоторые кости отсутствуют, а на тех, что остались, можно увидеть следы когтей, зубов.
Скелет, скелет, скелет — это то, что мне нужно. Решка, блин, зачем я это делаю? Ага, спасибо. Факел. Скелет, мне кажется, это то, что доктор прописал. Если я сейчас не нарвусь на ворона, а я, блин, нарвусь на ворона, потому что эта тварь она зашла сюда. Валим. Просто ходу отсюда. Забери девочку нафиг! Так, да-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 да. Вот это становится интересно, потому что если сейчас... Я с девочки вроде снял вещи? Да, мне кажется, да. Меч у нее не забрал, ну ладно. Черпать силы, так, да. Блин, я сказал, что я свет, надо было сказать, что я тьма. Меняю детей, угу. Потому что я красавчик, привет, незнакомец, приветик, малютка. Да-да-да, есть, было такое... предложение, от которого не сможешь отказаться. Так, опять берем, наверное, некрономикон по той же схеме. Слушайте, в чем прикол? Стоит ли мне сохраниться при использовании этой фигни? Она же меня может убить. Орел, в этот раз орел, давай, пожалуйста. Ха! Книга вызывает силу за границей, он перед дверью всем более жалкое. Страх берет над тобой вверх. Ты теряешь рассудок. Эта штука меня моментально убила. Мы скоро вернемся. Итак, ребят, ладно. В таком составе мы сейчас идем. Девочку я уже отдал, чтобы не ходить с ней обратно. Я хочу попробовать завербовать себе скелета, раз вы сказали, что они вот так вот где-то попадаются. Я нашел, там не хватает каких-то частей. Я думаю, что это тот скелет, которого мы можем себе забрать. Так. Да, акульи зубы. Точно. Это вроде хорошее оружие. Если я правильно помню. Давайте мы, кстати, его сразу же и оптимизируем. Экипировать. Да, на немножечко получше. Но опять же. А тебе получится. Да, тебе получится длинный меч вместо тесака. Ну. Хоть чуть-чуть. Разума у нас, кстати, 72. Итак, скелет. Вот ты. Погоди. Можно с ними так. Погодите, это получается... А у меня сейчас нет навыка некромантии. Ох, я что-то был уверен, что он у меня есть. Он у меня был, видимо... камень душ, я могу себе что-то качнуть. Так, нам пора отсюда валить. Нам пора отсюда валить как минимум для того, чтобы сохраниться. А как максимум это для того, чтобы пойти на Хексон себе... Парас, это нет! Ну не хочу! Ну уйди, блин! Ну меня трое! Да что? Она на меня все равно напала! Атака титанов. Это щит с этим, с парированием. Блин, не надо было его бить. А, не, нормально его отрубил. Ядовитый харчок. А, конечно, ты попал! Ой, блин. Ладно, что я себя подберу? Нет. Хотя, погодите. Обыскать
Смесь красного и синего. Вообще суперски. Что там у нас? Белый флакон на вот этого, чтобы его сильно не травило. Нет, камень душ мне... Погодите. Стойте. Мне же, чтобы прокачать камень душ, это мне нужно кого-то сначала в этот камень заманить, правильно? Я не так хотел. Ну все, нам теперь осталось только вперед идти. Уйти? Нет. Скотина! Я помню этих призраков. Я вот только сейчас буквально про них вспомнил. Я не хочу, мне не надо. Не-н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 е. Просто дальше. Просто дальше. Срез, точно. Это же здесь. А что это, да? Надо ящики сначала полутать. 3 серебряные монеты. Капкан. Кстати, капканы будут крайне полезны. Шишку. 2 морковки. Все, пойдем дальше. Как минимум, сделай себе срез, чтобы можно было ходить по-человечески. Да и сохраниться надо будет. Привет, дружище. Так. Тут я с ним ничего не смогу сделать, ладно. А вот сюда. Не туда, не то, не так. Еще одна шишка. 2 томата. Нитроглицериновый порошок. Хорошо. Пилу. Сырое мясо. Дверь, которая открывается изнутри. Волшебно. Так. Так. Подождите-ка. Вот тут я тебя вытаскивал. У меня есть еще один взрывной порошок. Я могу, наверное... Давайте я ломану дверь, если получится. На три морды. На 3 морды не получается ее ломать. Это печально. Так, так-то на самом деле я могу один раз беспроблемно сейвануться здесь. Как ты промазал? Не удается. Ладно. Так, Шекспира нам надо бы как-то обойти. Ну его нафиг. Можно тут сейчас разжечь костер. Так, а вот эти ящики, я не помню, они лутаны? Нет, да, они уже лутаны. Я мог спокойно забыть. Да. Тут можно пожарить мясо. Неплохо. У нас много так сырого мяса было. Офигеть, а когда? Хорошо. Статуя Девы с Вороном наблюдается всяким спящим здесь. Дева с Вороном. Похоже на Деву с гусем, ну ладно. Относительно безопасно, столько, насколько вообще может быть. Отдохнуть, сохраниться. Да, тут сейчас будет без монетки. Сейв. И вроде как даже без Ворона первый раз, если я правильно помню. Да, спасибо. Спасибо тебе огромное. Так, насчет слабеет от голода. Какого фига? Гнилое мясо. Блин, этому тоже пожрать что-то надо. Эмики-беники. Так, что мы можем? У нас есть мясной пирог. Я не уверен, что я хочу его. Заплесневелый бред. Сыр, морковка. Помидор. О, давайте солями одну слопаем. Хорошо.
Что мы теперь хотим-то? Хотим-то мы теперь что, а? Черт, я даже не знаю, чего мы теперь хотим. Мы можем пойти. О, та-ра-та-та, я пошутил. Не, дружище, с тобой разговаривать не буду. О, грибочек. Грибочки я заберу. Мы можем пойти, например, за... Знаете что? Мы же сохранились. Давайте... Ну, на самом-то деле, чем я сейчас-то рискую? Прочесть. Орел. Спасибо. Ну с ума сойти просто. Подгружаем это же. Так, пробуем еще раз. Орел. Спасибо. Так, давайте-ка тогда вот как сделаем. Фух. Перед древней силой, да-да-да, что я получу? Сфера тьмы. Блин, погодите, а сфера тьмы это что-то вроде как прикольное было. После этого желательно бы, кстати, пойти и сохраниться, ну, туда. А у меня сейчас везде небезопасно, да? Мне сейчас, по-моему, сохраняться везде небезопасно. Хотя, кто его знает? Там, где там солями была? Так, сфера тьмы. Сфера тьмы нам будут стоить нашего же разума, если что. Черт, 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 черт. Что теперь? Погодите, сейчас, если я спущусь вниз, увижу тело Блонди, то у меня там должен появиться этот чувак, которого можно разжиться маской против вороны. У меня сраного красного флакона нету. Серьезно, ребят, я бы уже давно. Погодите, там вроде белые плоти бегают, да? Или что-то такое. Разрезать. Просто сходу и сразу, иди к черту. Дверь заперта. Выломать, конечно. Тут, кстати, возможно носить этого костюм стражника. Я не помню, кто там. Так, дратути. Книга. Книга просветления. А, проявить любовь. А, нет, спасибо, спасибо. Я помню этих уродов, они что-то какие-то... Давай иди, иди отсюда, иди отсюда. Вот ты говна кусок, конечно. Значит, пойдет обратно. Мы его тут подождем, наверное. Может быть. Сейчас посмотрим. Так. Ты же вернешься? До свидания. По крайней мере, червивый сок. Спасибо. Голоден. Отлично. Блин, это крутой, который. А-а-а.
Вот я правильно вспомнил про эту штуку. Фигуру оттуда веет аурой. Ты явно не хочешь открывать. Погодите, а полчаса прошло или нет? Ты живой? А, нет, все, он... Фух, он умер, хорошо. На самом деле, человек, ради которого ты был... Он мертв, поэтому миссия провалена. Воу, мы пришли через все это дерьмо, все было напрасно. Мертвый или живой, этот мужик меня чертовски бесит. Твое здание в этом проклятом подземелье окончено. Больше нет причин тут оставаться. В самом-то деле. Че, я пошел, наверное, да? Два томато, сырое мясо. О, мясо можно будет еще раз пожарить. Давайте попробуем выломать. Тут выламывание железных дверей у меня еще не удается, потому что у меня не хватает дэмэджа. Можно было бы, конечно, этой... шарами этими жахнуть, да? Как бы это плохо не прозвучало. Погоди. А, их тут два, точно. Я думаю, что же за фигня? Был же другой. Я бы такой, чтобы сейчас к Дарс сходить. Изучить. Точно. Куб. Куб. Погодите. А, куб был в деревне, которую я... Я понял, где. Чуваки, простите, до свидания. Мне не к вам. Я же перескочил для того, чтобы вытащить Кахару, а там был же еще этот... И... Уйди, пожалуйста, да я пройду, будь человеком. Тут еще это членистоногая бегает. Страх овладевает, круто. Он на меня накинется. Ему этот костюм вообще ни разу не вдался. Это я вроде помню. Ждем. Так, предмет. Яйцо, масло, погодите. Во, трубка. Угу. Страх, кажется, такой далекой эмоцией. Мне сейчас слабеет от голода. Да вы чё там все сговорились? Нафиг, хватит. Я понимаю, что, конечно, страх и, конечно, голод. Вопрос вот в чем. Где сейчас ворона? Да ну нафиг. Как я сейчас... Погодите, я знаю, мне же сюда не надо. Мне нужно... Смотрите. Тут у нас мальчики-призраки ходят. Мне как бы... Нафиг не надо с ними биться. Я могу обойти вокруг. Это, конечно, фиговая идея, но она рабочая. Почему бы нет? И... Погодите, мы увидели Блонди. Пойдем теперь посмотрим на... Блин, как этого чувака зовут? Кстати, да, тут же можно... Это не то я делаю сейчас, ну ладно. Мы можем. Сейчас, погодите. Я пройду, наверное, через кладбище. Блин, ты тут, не тут. Shake spear. Трясущий копьем. Через здесь. Да, через кладбище мы можем пройти обратно. Интересно, до каких пределов за мной будет бегать ворона. По-моему, он везде бегает. Это надо будет как-то открыть когда-нибудь. Черника, кстати, отлично. Тухлое мясо.
Красные травы, офигеть! Кусок ткани, что тоже неплохо. Мне больше стеклянных бутылок. Нет, не надо было бутылки с кровью набирать. Так, там у нас миазма. Тут. Это вроде ничего. Пойдем. Можно будет... Я сейчас думаю, где мне сохраниться. У меня, конечно, есть свиток. Не то. Ничего не осталось. Я что, тут все успел облутать? Так, да, торговец. Твой взгляд, мне уже... Кто-то такой. А как мне его атаковать? Погодите. А как мне его атаковать? Или... Я помню, что у него вся эта фигня, это яды, но вы про этого говорили, Исаю, не Исаю, или про кого? Черт, надо что-то приготовить. Во-первых, гнилого мяса на, наверное. Во-вторых, о, можно яйца с беконом, кстати, жахнуть. Это тот... Нет, минуточку. Иса это тот, который с картами, который сейчас стоит там возле входа. Так? Хорошо. Надеюсь, что я правильно понял. Потому что вот эту фишку есть... Ну, есть торговец, есть чел, который с картами. Так, тут можно ногу себе убить. Показывающее расположение отрядов, бла-бла-бла. Давай-давай, мочись. Мне бы сейчас тогда получается... В идеале... Вот тут должен быть... Да, вот он. Мужчина в маске. Единственный мужчина, выглядит словно ветеран войны. Похоже, он потерял... ты кто такой? Никогда не знаешь. Нет, оно уже тут! Вот, Изая, да, вот он. Сказать, я ветеран этих подземелий. Не так давно я нашел манускрипт, но видишь, та-та-та-та-та. В нем множество страниц. Вроде карт, мне удалось найти лишь несколько указанных мест, но также нашел отмеченные места с полезных сокровищ. Пара карт, однако, отыскать мне все-таки не по зубам. Возможно, сокровища спрятаны где-то глубоко. Я с ним сражался в библиотеке. Это я помню. И он, по-моему, чертовски сильный засранец. Не надо! Ну не надо! Ну, дядя, не надо! Говна ты кусок! Ну я ж не... Чёрт, это биб... А сейчас его уже атаковать не могу? Офигенно просто! Но я же просто хотел спросить у него... Как мне его теперь атаковать? Это трындец, ребят. Почему игра? Почему нет? Я понимаю, что сложные сохранения. Я могу много чего понять. Но почему ты мне не даешь опцию на него накинуться сейчас? Ну что? Теперь мне останется загружаться. Твою за ногу. А, ну почему так-то? Так, оптимизировать. Ну давайте я потычу ворона немножко. А, прикиньте, я от него сбежал. Хорошо, тогда можем зайти сюда.
Посмотрим, что у нас там по... Да, используйте эти магии. Посмотрим, что у нас по камню. Камень душ-то мы получили. Но если он пустой, то он вроде мне ничего не прокачает. Мне его надо заполнить чем-то. Взлом. У меня даже кражи нету. Вот сферы тьмы мне дали. А если я сейчас не сохранюсь, у меня даже сфер тьмы не останется. А я... Офигенно. Короче, смотрите, в чем прикол. Если я сейчас сохранюсь, у меня останутся сферы тьмы, но я провафлю возможность подраться с маской. Если я не сохранюсь, у меня будет непрочитана книга, и там будет опять рандомное что-то, что мне могут дать. Но я могу там, наверное, что-то наролить, чисто теоретически. Игра, ха-ха, прекрати, что ты делаешь. Малые души. А, ну да, ноль. Потому что я ни одну душу так и не заманил. А, офигенно получается. Что я вам скажу, ребят? Ну, это же это победа. Это удача. Это засчитано просто. Все. Так. Ну и что делаем? Послушай, я так больше не могу. Что-то не так. Ее знакомые лица, бла-бла-бла, голоса. Не сдавайся, да-да, твоя правда, просто продолжай двигаться. Он это, с ума сходит, да? Погодите, но у него разум еще нормальный, вы чё? Так. Весело, весело, встретим мы звездец. Да, ну нападает просто. Так, хорошо. Умение сферы тьмы. Попробуем. А, он просто голову откусил. Минус. Собачку мы уложили. В этот раз обошлось проще. Вот, видите, камень душ. Обыскать. Нет, ничего ценного. Ошкурить могу, да? Нет. А, просто попинать. А ты у нас... А, это у нас там просто люди лежат. Тут вон палочка есть, которую можно было, собственно, эту собачку-то и отогнать, наверное. И вот тут палочка есть. И в муравейник можно потыкать, это я помню. Погодите, если мы сейчас пойдем вниз, можем еще и Рангвальда встретить. Пойдемте. Там у нас эти харкашки ядовитые и полы проваливающиеся, да? Дебри 3. Помню эту штуку. Да иди ж ты к черту отсюда. Это меня вводило в бешеный ступор в первый раз, когда я тут ходил. Типа, а куда пройти-то? О, нитроглицерин порошочек. Грязь. Кахара слабеет. Кахара может поесть. Вон, может мясной пирог навернуть тоже. На здоровье ему будет. И знаете что? Гнилое мясо. На. Крепко сжимать мертвеца в своих объятиях. Тварь. Зачем ты за мной бегаешь, тварь? Блин, ну мне типа... Что мне по разуму? 66. Мне нельзя сильно много заклинаний использовать. Ты ж сюда за мной не пойдешь? Не пойдешь. Он там просто станет сейчас. Говно кусок.
Я сейчас уже просто чисто экспериментально хожу, потому что я практически уверен, что я буду загружаться. Мне нужно будет подраться с чуваком в маске. Я же не думал, что игра меня настолько подставит. А куда? А как? Вон то провалится, это я вижу. И это провалится. Счастливая монетка, счастливая монетка. Кусок ткани, палку. А, ребят, я их что, дюпаю тут, что ли, стою? Не-не-не-не-не, тебе показал. Нет! Я тюпал счастливые монетки тут. С моей удачей. Да. Спасибо. Так, рангваль. Да. О, опять ты. И все еще дышишь. Ага, думаю, я тебя недооценил. А это место не и вправду странно, не так ли? Говорят, это внутри самого бога глубин. Это означает, что мы внутри древнего бога. Хочешь ли присоединиться? Если честно, меня терзает сомнение насчет тебя. Честно говоря, я все еще не доверяю тебе. А когда его там встречу в следующий раз? Нашел, что искал? Най, еще нет. Возможно, он... Так, я его уже нашел, он уже этот, туда, все, Блонди уже уехал. Да, все, теперь он с нами, потому что мы нашли Блонди. Камень душ. Хорошо, мы теперь с Рангвальдом. Получается, мы Дарса, мне бы тогда от волчицы избавиться. Я даже не знаю, но, ну так-то табак круто. Так-то Дарс, наверное, будет покруче волчиц. Хотя волчиц, у волчицы как бы есть свой шарм, как говорится, да? Красные травы, чему несказанно рад. О, сундучок. Нитроглицерин, там могло бы что-то гораздо круче. Ага. Короче, ребят, смотрите, в чем прикол. Может, я реально провалюсь? Ну-ка. Очень влажно, тяжело дышать. По крайней мере, кстати, здесь нету вороны. Так, ребят, получается, я сейчас Кахари Эля дал. Я думаю, что если я доберусь все-таки до сейва, я сделаю какой-то просто параллельный сейв, потому что лучше два сейва, чем один, правильно? Черт. Погодите. Тут у нас... Тут у нас ходила какая-то выдра. Вот это ядовитое. Дерево, хватит рыгать тут, пожалуйста. Ага, до свидания. Я тут пойду. Не-не-не-не-не, нет. Тебе это не надо. Поверь мне, тебе это не надо. Блин, как выбраться из этого говна? Сейчас я вспомню, как отсюда реально. Тут же где-то находится, по-моему, кусок сердца, если я правильно помню. Не-не-не-не-не-нет, забудь. Забудь, что ты меня видел. Короче, давайте я упаду отсюда. О, еще один скелет. Да. Короче, если бы я мог их подымать, то... Отлично. Значит, ребят, что мы сейчас с вами-то делаем? Нам нужно попасть, чтобы по получить куб глубин, нам нужно попасть в деревню, где, собственно, Дарс. А для этого
Ну или нам нужно зачаровать оружие и пройти через призрачных мальчиков снизу, или же заново пройти весь путь сверху. Теперь вопрос вот в чем. Сейв сейчас будет безопасный или нет? Или меня ворона в любом случае найдет? Потому что в этом пати, ну типа я смогу, наверное, победить ворону. Наверное. Это ключевое слово. Потому что первый раз, когда я играл, первое прохождение, я именно вот так, типа, по-честному дрался с вороном. И это звездец как тяжело. Так, пробуем. В плохом состоянии, отдохнуть. Я использую монетку. Отлично. Хорошо. Тогда, что мы с вами делаем? Мы, наверное, не переписываем, делаем новое сохранение вот сюда. На шестой файл. Получается, пятый файл это у нас без Рангвальда. И до того, как мы встретились с Изаей, там. Ну, я не пойму, почему нельзя с ним потом подраться, но напасть на человека. Ну, это на самом деле очень глупо. Я думаю, типа, спрошу, что, как. Я же не собирался. В первый раз я покупал у него карту, в этот раз я у него ничего не покупал. К тому же, если я правильно помню. Вроде как, я помню, где находятся сами расположения тех мест, где надо копать. Дело в другом, смогу ли я их выкопать без карты? Ну, хорошо, это другое. В общем, ребята, на этом заканчиваем. Уже пишите, с какого сохранения мне лучше начинать, с этого или с предыдущего, все-таки перепройти немножечко как-то. Так мы, получается, уже и по дереву походили. Ну, в дереве, опять же, мы не нашли, там кусок сердца был, который надо было разрезать. Я в этот раз его просто скипнул, потому что хотел дойти до сохранения. Проблема Фиренхангер в том, что вот час с копейками серия, но на самом деле я потратил уже больше 2 часов, вот это все перепроходя, делая. И это огромный таймкиллер. Поэтому... К сожалению, не всегда у меня есть возможность так вот изгаляться над всем этим. Все, ребятки, спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра, всем молодушек. Всем покеда.